На площадке регионального народного фронта прошло обсуждение одной из наиболее острых для Карачаева-Черкесии проблем. Кто несет ответственность за несвоевременный вывоз мусора? Можно ли обязать обслуживающие организации более ответственно подходить к своим обязанностям? Как решить проблему стихийных свалок? Ответы на эти и другие вопросы попытались найти эксперты из различных ведомств и общественных организаций. Подробности у Артура Мкце. Проблема несвоевременного вывоза мусора для Карачаева-Черкесии не нова. Варианты ее решения периодически озвучиваются на самых разных дискуссионных площадках. Недавно вопрос по теме звучал в ходе прямой линии с главой республики. Представители регионального народного фронта также не первый раз привлекают внимание к проблеме, приглашая сотрудников ряда профильных ведомств и организаций совместными усилиями все-таки выработать единую концепцию в борьбе с теми, кто мусорит или не убирает. Общественники постоянно мониторят все очаги стихийных свалок и скопления отходов на официальных контейнерных площадках. Проблема в том, что наши управляющие компании делают вид, что придомовая территория, ее очистка, в том числе и вокруг контейнерных площадок, их содержание, как это здесь указано, их не касается. Резюмируя, ответственность за несанкционированную свалку, вне зависимости от того, в чистом поле она возникла или в городе, вне зависимости от того, вокруг она контейнерной площадки организованной и учтенной, либо в неположенном вообще месте вдруг организовалась, в первую очередь несет собственник этого земельного участка. То есть мы идем от земли. Понятно, что виновное лицо должно ликвидировать свалку, но установить его получается далеко не всегда, поэтому бремя ответственности падает на собственника территории. Но скоро можем прийти к тому, что все места складирования мусора будут находиться под видеонаблюдением. Тогда найти ответственных за тот или иной проступок не составит большого труда. Объем обращений большой, как правило, более половины обращений обоснованными, признаются обоснованными и заканчиваются принятием мер прокурорского реагирования. К региональным операторам вопросов много, работа ведется планомерно, опять же, где-то имеются объективные причины, по которым происходит сбой в работе региональных операторов, но, опять же, это не свидетельствует о том, что должны быть какие-то поблажки применены к деятельности рекоператоров. По мнению представителя природоохранной прокуратуры, к решению мусорной проблемы должны привлекаться и органы местного самоуправления, и управляющие компании. Наиболее действенной мерой видится не увеличение штрафных санкций, а неотвратимость наказания. Ведь если не ловить за руку виновных, любыми утвержденными на бумаге суммами никого не напугаешь. При этом в сельской местности найти авторов таких грязных залежей не так уж сложно. Прокурором указано на руководство министерства о том, чтобы не делали никаких поблажек органам местного самоуправления, так как все в основном свалки, которые расположены на землях сельского поселения, они образуются не в одночасье, это такой достаточно длинный процесс, и лучше, чем на местах, а нарушителях никто не знает. Задача таких дискуссионных площадок – обратить внимание общественности на серьезность проблемы. В данном случае и на вред экологии региона тоже. Быть может, тогда люди несколько раз подумают, прежде чем решиться на правонарушение. Или создателям стихийных свалок и недобросовестным обслуживающим организациям подобная картина куда милее. Артур Мухцали-Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.